Всем привет, уважаемые подписчики, к большому. К сожалению, не стало актера сериала «Виола Тараканова» Сергея Фетисова. Сергей Васильевич Фетисов родился 12 августа 1952 года в Орле. Окончил Ярославское театральное училище. В 1982 году окончил ГИТИС, педагоги Ремес и Папанов. Работал в Орловском ТЮЗе, Орловском академическом драматическом театре имени Тургенева, Новокузнецком драматическом театре, Калмыцком государственном драматическом театре Басаганова. Был ведущим актером Орловского муниципального театра «Русский стиль». Заслуженный артист России 2008 года. Причины смерти данного актера не оглашаются.